рассказывай. Что сегодня было на занятии? Чем тебе было оно полезно? Сегодня мы звучали. Я звучала неожиданно. Да, звучало тело. Я думаю, что тело — это не только энергия, но еще и звук. И, может быть, можно себе помочь с помощью звука. Себя познать еще больше. Как себя чувствуешь? Благодарю. Как себя сейчас чувствуешь? Чувствую, как будто я зашла в такую неведомую страну, которая готовит какие-то сюрпризы, чудеса. И нужно идти дальше. Все. Зайти посмотреть. Тебя зовут Светлана? А, меня зовут Светлана. Все. И сегодня 27 декабря 2023 года. Все, счастья.